Ребята, как снимается чехол на передней спинке переднего пассажирского сидения? Все очень просто. Вам надо вот так вот, даже его можно не складывать, не раскладывать, перевернуть. Ну или вот сюда вот подлезть к заду сидения. Иметь плоскую отвертку. Вы ее вот так вот вставляете сюда и тянете. То есть передняя часть чехла, она идет в зацепление сюда. Вы вот так вот прям туда отвертку вставляете, вы ее цепляете и вот таким вот движением тянете. Эта часть остается там, а наружная часть, она выскакивает из зацепления. И вот так вот соскакивает, вы ее каждый раз отверткой поддеваете, и потом вся эта сторона у вас вот так вот спокойно вылезет. Также потом вылазит и передняя сторона. То есть вы ее вот так вот берете отсюда и тянете. Вот и все. И дальше уже тянем его аккуратно вверх. Ну что, ребята, вот смотрите, решил вам показать на втором сидении, как все это происходит. Вот так отвертку вставляю. Вот она, краешек. Оп, снялась. Теперь сюда вот дальше. Оп, снялась. Ну, чуть дальше сразу. Вот так вот вставляю ее, отрываю. Ну, из зацепа. И сразу ее как бы вот так вот вниз под тот чехол запускаю. Чтобы она вышла из зацепления. То есть, чтобы тот вот наружный вышел из зацепления вот от этой. Я его вот так вот поднимаю. Вот видите, отвертка перескочила. И теперь в обратную сторону. И как бы чуть надавил вниз. И он ушел. Отверткой сильно не давите, чтобы не проткнуть ваш чехол. Моим-то чехлам уже хана. А ваши чехлы еще могут вам послужить. Так. А здесь уже все вышло. Вот он, краешек остался. Вот видите, все. Теперь берем вот так вот с края. И видите, все вытягиваем, все сделал одной рукой. Ну, а ту сторону, в ту сторону, и сам чехол снимаем с самого сидения. В общем, все просто и безумно элементарно. Ну, а на этом всем добра, всем пока и удачи.